Милиция дает правовую оценку действиям водителя и разбирается в ситуации. Накануне во многих интернет-ресурсах и социальных медиа появились резонансные публикации о 19-летнем футболисте Илье Лухвиче. Молодой человек отметился тем, что ездил на кроссовере, не соблюдая ПДД. Видео своих нарушений парень выкладывал в личном инстаграм-аккаунте. Еще одна особенность ролика в том, что они сняты не удивленными зрителями или пассажирами, а самим нарушителем. В итоге такое вождение не по правилам привлекло внимание не только общественности, но и правоохранительных органов.